Команда «Маски» дана для всех, только выполнять ее торопятся не все. Соблюдать антиковидный режим во всех общественных местах обязательно. Пандемия не то, что не отступила, наступает с новой силой. За прошедшие сутки зафиксировано рекордное число погибших от инфекции – 808 человек по стране. В Чувашии от вируса скончались 8. Тем не менее, эти цифры пугают далеко не всех. Репортеры республики в составе мобильной группы отправились в рейд и задали прямой и, казалось бы, такой понятный вопрос. Почему вы не в маске? Маску, пожалуйста, я выкинул. У меня с собой запасной нету. Так себе оправдание, когда дело касается уже не здоровья, жизни своей и окружающих. Пассажиры, водители и кондуктора носить маски в общественном транспорте должен каждый. Указы главы республики и главного санитарного врача страны никто не отменял. Третья волна COVID-19 под закат лета 2021 года. В целях исполнения поручения в рамках оперативного штаба по предупреждению новой коронавирусной инфекции в Чувашской республике Минтрансом Чувашии совместно с сотрудниками полиции, сотрудниками Роспотребнадзора, а также сотрудниками госавтоинспекции сегодня проводится очередной рейд по выявлению соблюдения масочного режима как водителями транспортных средств, которые осуществляют перевозки пассажиров и багажа по межмуниципальным маршрутам в Чувашской республике, так и пассажирами. Водители маршруток и автобусов открывать двери мобильной группе не спешат. За пару минут почти все, кто был без масок, успевают их натянуть. Я каждый раз езжу и вот вижу, что молодежь, особенно с детьми, с маленькими, они ездят без маски, маску не носят с собой, даже в запасе у них нету, если вас спросить. А пожилые, да, в маске ходят все, ездят. Мы же ведь боимся, что заразимся, так что себя защищаем все равно. Были и те, кто до последнего упирался и не хотел выполнять требования полицейских ни маску надеть, ни выйти из транспорта для оформления протокола. А кто мне говорил, что ее одевать надо? Кто говорил, что мне одевать его надо? Глава республики у нас подписал постановление, что надо надевать. 20 июня 2020 года, номер 166, пункт 2 находится. А глава кто это? А вы знаете? Часть 1 статьи 20. Ничего я не нарушаю. Акт все же составили. За невыполнение требований по соблюдению масочного режима штраф от 1 до 30 тысяч рублей для пассажиров, от 30 до 50 для предпринимателей. Водитель, кстати, вправе отказать в перевозке пассажиру без маски. Но, как показал рейд, 26 рублей притупляют чувство даже собственной безопасности. Татьяна Трофимова, Алексей Зотиков, Николай Скворцов, Республика.